Так, надо электробулку, чтобы найти болт для слива с блока цилиндров охлаждающей жидкости. Вот ориентир по трубе. Идем, вот лонжерон правый. Залазим с водительского, из-под водительской двери. Так, вот идет. И вот где труба заканчивается. Из блока торчит такая штука, в ней еще штуцер идет на турбину. И вот он этот болт. То есть где вот этот стык трубы, вот он рядом. Вот его надо откручивать и можно сливать. Он вот такой длинненький, идет шляпка у него. Вот так вот.